20 минут о красивой жизни, приятных людях и ярких событиях. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Участники этого мастер-класса прокачаны по полной. Три стилизованных съемки и мощный блок по обработке фотографий представил в Челябинске топовый фотограф Игорь Подолян, мастер свадебного и семейного фото. Мой мастер-класс о работе со светом, с дополнительными источниками света. Мастер-класс направлен на, скажем так, разный уровень фотографов, от начинающих и до тех, кто уже состоялся, потому что в мастер-классе будут затронуты темы и естественного света, дополнительного источника света, и, конечно же, затронем тему немножко и цвета также. Особенностью работы Игоря, ну, это в первую очередь, конечно же, цвет фотографии. То есть мне очень нравится сочетание цветов, насыщенность цветов. Ну, мне кажется, что на рынке фотографии именно цветом, колористикой очень сильно выделяется данный спикер Игорь Подолян. Конечно же, это эмоции, это образы, то есть это целый комплекс различных компонентов фотографии, которые дают вот такой вау-эффект от фотографии, которую делает Игорь. Я давно слежу за Игорем, мне очень нравятся его работы. Честно говоря, я вдохновляюсь ими и хочу, чтобы у нас в Челябинске развивалось это направление именно детской постановочной, вот этой фотографии сказочной, работы с животными и также с семьями. Главная задача семейного фотографа – поймать эмоцию и красиво передать на фото характеры участников процесса. Камера позволяет добиться технического совершенства, но по-настоящему крутой снимок – это вопрос мастерства и профессионализма. Ну, вы знаете, в фотографии все сложно, не бывает такого жанра, в котором не сложно. С детьми, наверное, так же, как и с невестами, так же, как и с любым, кого, героем, которого ты снимаешь, возникает. Бывает, у детей не бывает настроения, хандрят и так далее и тому подобное, но если ты семейный фотограф, то это понимаешь и учитываешь, и должен быть к этому, конечно же, готов. Раньше, на самом деле, я очень сильно не любила семейные съемки, просто потому что я не знала, что делать с детками, куда их пристроить, потому что я уже привыкла снимать лов-стори, вот. Но потом время какое-то прошло, появился какой-то другой опыт, и я уже поняла, что семейные съемки, они самые милые. Свежие знания по работе со светом, секреты преображения готового снимка. Вдохновленные и прокачанные участники мастер-класса отправились создавать свои новые шедевры. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Наверняка найдется немало любителей петь в душе, в автомобиле, за уборкой квартиры или приготовлением еды. Ведь это так приятно – представлять себя звездой эстрады. Кстати, поднять свое вокальное мастерство на новый уровень не то чтобы легко, но вполне реально. В этом на собственном опыте убедились участницы проекта «Леди Мармелад». Наши занятия, наши репетиции в проекте идут в прекрасном зале мюзик-холла. Это караоке-бар. С девушками на проекте у нас прошло с некоторыми одно занятие, с некоторыми два. Мы выбирали песни, какая им подойдет в проекте. В принципе, сегодня для многих уже утвердили, над чем они будут работать весь месяц, потому что времени ограничено в проекте. Я думаю, у них все получится, потому что номер выбирался в первую очередь от их желания. У меня добавилось только уверенности, я теперь знаю, что я пою хорошо, нужно не стесняться, петь и радоваться. Нас здесь учат петь в нужной манере, корректируют что-то, если, например, народная манера, вы сейчас слышали это, да, сразу же Лариса это убирает. Учат подавать звук легко, например, мягкая подача звука или жесткая, например, атака, она все это говорит, рассказывает. Я думаю, что даже мне интересно, хотя я вокалист, мне интересно послушать ее, девочки и другие, которые не имеют такого опыта, они с удовольствием занимаются. Для успешного выступления необходимо выбрать подходящую под свой диапазон музыкальную композицию. Это, пожалуй, главный секрет караоке-профессионала.
по тембру мы смотрим, чтобы песня того или иного исполнителя подходила нашей участнице. Потому что многие вот три песни пробовали, но не получается войти в песню, да? Вот, а здесь, вот в частности, Людмила Шибаева, она с первых минут влюблена в песню Пугачёва «Я смогу». И, в принципе, она у нее очень хорошо пошла. Когда мы первый раз сюда пришли после кастинга, и она запела песню, ту, которую вот я сейчас пою, это караоке, никто здесь не танцует, у меня просто прямо... Я выскочила из кресла и стала танцевать, вот как она моя. Ну и как профессионал, видимо, она вот как-то сразу сказала, вот это твоя песня. И я настолько ею вот, не знаю, заражена. Я вот просто пою, поэтому мне очень страшно, я боюсь, я не умею. Поэтому хочу очень сильно, потому что для меня это новый опыт. Я пою, я значит, я живу. Я живу, и значит, я пою. Словно птица верящая, что она живет в раю. По задумке от организаторов, одно из испытаний участниц в финале станет конкурс талантов. И как нам сообщили по секрету, на сегодняшний день уже 7 конкурсанток заявили о своем желании выступить с вокальным номером. Смотрите Beauty Time. Далее о выпуске. Несколько идей для обновления сезонного гардероба. Сейчас уже и не вспомнишь, кто первый придумал декорировать одежду различными надписями. То ли Вивьен Вествуд, то ли Джон Гальяно. Да сегодня это не так уж важно. Главное, что принт успешно прижился в моде 21 века и сегодня встречается в самых разных сочетаниях. Буквенный принт с нами уже не один сезон, и это вариант, который остается актуален, может придать дерзости и свежести любому образу. Для женщин более ярких, брюнеток, рыжих, у которых контрастные и выразительные яркие черты лица и глаза, следует выбирать контрастный принт. Для девушек русоволосых, более светлых, нюансных, менее контрастных, замечательно подойдет вот такой вариант. Принтованные вещи, в том числе вещи с надписями, мы сочетаем с вещами однотонными, простыми. Принт с принтом мы можем сочетать. Это сочетание для смелых женщин и девушек, которые не боятся привлечь к себе внимание. Здесь существует правило, что если мы сочетаем два принта, один должен быть более активным, крупным по размеру, и лучше брать те принты, которые в одной цветовой палитре. Буквенный принт – это динамика, энергия, смелость и даже в каком-то смысле дерзость. И если есть необходимость придать образу эти черты, самое время выбирать такие дизайны. Клиника «Источник» представляет комплексную диагностику «Чекап Экспресс». 16 анализов, включая ЭКГ, УЗИ, а также заключение терапевта. И все это за 3 часа. Всем участникам программы «Чекап» вкусный завтрак. Главное о вашем здоровье за 3 часа. Клиника «Источник» в Лесном острове. 77-88-906. Исключительно из твердых сортов пшеницы. Сохраняет форму идеальной. Макфа. Мой твердый выбор. Покупай полезные макароны. Самые актуальные модные тренды в вашем повседневном гардеробе. Магазин «Стрит Кутюр» на Сони Кривой 30 и Пушкина 65. Уникальное украшение только из натуральных камней. Регулярное обновление ассортимента. Ювелирный бутик «Частная коллекция». Нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан, билеты в театры Челябинска и Екатеринбурга. Да, и обратите внимание на картины. Они тоже продаются.
Челябинск вполне может претендовать на звание столицы детского эстрадного творчества. А все потому, что в нашем городе уже не в первый год проходит грандиозное шоу «Церемония вручения премии Music Star Kids». Гала-шоу в этом году посетила и съемочная группа Beauty Time. В этом году детская музыкальная премия Music Star Kids с удовольствием принимает звездных гостей. На конкурс в Челябинск прилетела юная певица Анна Юркевич, чтобы удивить жюри и очаровать всех гостей вечера. Анна Юркевич, город Минск, Республика Беларусь. Анна, воспитанница и солистка Medley Vocal School, студентка Академии популярной музыки Игоря Крутого. Лауреат международных конкурсов в Болгарии, Чехии, Литве, Италии, России, Белоруссии, Украине. Участница телевизионных кастингов и шоу, в том числе девичник Teens Awards 2019, Академия популярной музыки Игоря Крутого пела в дуэте с Юлианой Карауловой. Победительница гран-при телевизионного вокального конкурса молодых и юных исполнителей «Ты звезда». Участница Moscow Eurovision Party 2019, ежегодной премии Fashion People Awards 2019, ведущая рубрики «18's Chart» на РУ-ТВ в Москве. Когда-то к нам приехали в гости наши друзья, мы занимались, Аня занималась английским языком со своей няней, и они в певческой форме учили алфавит, где нам педагог сказал: «Вы тоже ребенка идеальный слух, отдайте мне ее». И вот на протяжении уже более 6 лет они с ней катаются, можно сказать, практически по всему миру, участвуют в конкурсах, проходят определенный свой путь. То если у ребенка есть природные способности, это заметно сразу и всем. И точно так же было в отношении с Анютой. В детском садике, когда она была очень маленькая, педагоги заметили, что она практически не говорит, а уже поет. И очень отзывчиво откликается на любую музыку. И они обратили внимание на это родителей. Соответственно, вот таким образом мы заметили талант, врожденные способности нашей девочки и стали заниматься. Мне нравятся и песни и на русском, и на английском. Ну, то есть, есть, конечно, песни, которые мне не нравятся там на русском, есть песни, которые не нравятся на английском, но вообще мне нравятся и те, и те. Аня занимается вокалом с 4 лет. Ее можно назвать настоящим профессионалом. На счету юной певицы гран-при и дипломы различных конкурсов, выступления во многих странах мира. В Москве я выступала на «Ты звезда» проекте, там я заняла гран-при. Потом я еще выступала в Белоруссии на конкурсах, в России на других конкурсах тоже выступала. В Италии выступала. Она пела с Юлианой Карауловой дуэтом. Она участвовала в припате Евровидения взрослых, которая проходила в Москве в прошлом году. Мы летали на международный конкурс в Италии. То есть, ну, вот такие многие вещи, где ребенку приходится преодолевать себя, преодолевать свой страх, выходить в большую аудиторию, где по 10-15 тысяч зрителей. Ну, я считаю, что это вот основное, то, чего я добилась. Первый раз я в 5 лет пошла на конкурс, и меня просто с кулис выпихивали на сцену. И я вот так вот стояла и пела. Я очень люблю Анюту за ее музыкальные способности. Я очень люблю за ее яркий тембр голоса, за ее отзывчивые музыкальные ушки, за ее чутье, за ее умение работать с интонацией. То есть она в музыкальном и вокальном отношении очень благоприятный ребенок. Но как любому другому человеку, у нас у всех есть стороны, которые наиболее яркие, и у нас есть стороны, над которыми нам нужно много трудиться. Поэтому мы никогда не останавливаемся над тем, чего мы уже достигли. Мы понимаем, куда мы хотим двигаться. У нас впереди очень еще много работы. Коллеги по сцене отмечают вокальные способности и исполнительский талант Ани Юркевич. Сложная песня, достойный номер, выступление, которое проникло в каждое сердце. Мне очень нравится то, что на такие вот конкурсы приезжают гости не только из разных городов, но и из разных стран. Мне сегодня очень понравилось выступление участницы из Белоруссии. У нее был очень красивый голос, очень красиво была подобрана песня под ее голос. Мне очень понравилось, как выступала Аня Юркевич. Она очень талантлива, очень крутой номер, и песня очень здорово была подобрана. Above us, only sky.
нужно времени, чтобы избавиться от варикоза? Запись на прием – 2 минуты. Диагностика и сдача анализов займут 50 минут. Сама лазерная процедура – 40 минут. Всего 1,5 часа, и вы избавлены от варикоза быстро и безболезненно. Энса. Особенный стиль и безупречное качество. Свой уникальный образ собери на сайте ensastyle.ru. Уютный шопинг для всей семьи в самом центре города с парковкой. Торговая галерея «Аллея» на Труда 166. Салоны мужской, женской и детской одежды. Гардероб деловой женщины от европейских и российских брендов. Клубные, коктейльные и кэжуал образы для стильных красоток. Полноразмерные коллекции для больших людей. А также джинсы, сумки, пижамы и купальники. А еще здесь знают секрет идеальной фигуры. Он в удачно подобранном корректирующем белье. Торговая галерея «Аллея». Наверняка вы уже здесь бывали. Это прямо над гипермаркетом «Спар» на Труда 166. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. На Кирова 159. Вы смотрите «Beauty Time». Красивые подробности красивых событий в формате «No Comment» в завершении выпуска. Еще больше сюжетов о красивой жизни ищите на нашем YouTube-канале, а также в Instagram, ВКонтакте и Facebook. Ищите по хэштегу BeautyTime _TV. А на этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом Я».